В среднеирландском периоде, то есть это 10-11 век, отношение к туата де общению с ними, происхождение от них и так далее, и к их природе, оно становится более амбивалентным. Ну, Во-первых, потому что это несколько теряет свою актуальность, появляются более своевременные проблемы, как там ну, вот, взаимоотношения со скандинавами и так далее. В общем, много чего еще интересного, помимо обитателей холмов. И получается такое достаточно абивалентное отношение. То есть, например, если мы возьмем среднеирландских комментаторов к мифографическим текстам, таких как Эохайтуа Флойн или Флан Маништрех, то они открыто именуют Туатэ Деданан людьми из плоти и крови, потомками Адама. Но отдельно оговаривается, что нет, нет, мы их не почитаем как богов, я не почитаю их как богов, я их просто перечислен, но я не думаю, что они боги. То есть, раз наш автор он считает необходимым делать такой дисклеймер, значит, вероятно, кто-то мог ему поставить это на вид, и вероятно, был кто-то, кто полагал, что это боги. И если мы, допустим, мы возьмем а, книгу захвата в Ирландии, то есть э, мифографическую хронику, где рассказывается вся эта история о последовательных захватах Ирландии, в том числе о приходе на остров туата де об изгнании туата де предками ирландцев, то э, если брать среднеирландские версии, которых насчитывается три, э, ну, плюс еще одна такая коротенькая, она в качестве приложения ко второй идет, э, то из них две Будут открытым текстом говорить о том, что Туаты Дедан нормальные люди с плотью крови, а их магические способности и прочие спецэффекты это результат обучения. Причем обучение, ну, не то что прям 80-го левела, как говорится, потому что сыновья мили вполне могут их сделать на этом поприще и делают. А э, третья редакция, она там вот такой вот очень такой суровый клирик, в отличие от своих коллег, которые пишет, что это особый род демонов, значит, туаты да, ходить в холмы, общаться с ним, с ним взаимодействовать, это очень грешно и против веры Христовой. То есть мы тут видим такую вот а, полемику, когда позиция, скажем так, эвгемеристическая и антропоцентристская, она в большинстве, ну уже, не в, мягко говоря, не в абсолютном большинстве. А, это что касается церковной традиции, а, если брать другие тексты а именно топографические топонимические предания, так называемые старину мест, метрический один это 11 ну и первое полувекое 12 века, то там мы встретим примерно ту же историю, что и в древенялазком периоде. Туата де Данан смертные, география вот этой иномирной Ирландии, она не, абсолютно не отделяется от географии нормальной, обычной, профанной Ирландии. То есть там в одном тексте, буквально там через запятую, может описываться сеть такой-то, сеть такой-то, сеть такой-то, вот гора такая-то, долина такая-то, река такая-то, значит, поселение такое-то, сеть такой-то, вот тут тоже неподалеку. То есть просто вот э, автор, он не очень хочет это разделять. Вот, и периодически, конечно, он к этому присокупляет всякие разные занимательные истории про то, кого там убили, похоронили и так далее. Очень часто убивают там туаты де данан, хоронят тоже Туата де данан. А, очень часто, опять же, люди из обычной Ирландии попадают на, воспитание в каких-то дружеских или родственных связей. Вот, и одного персонажа там даже именуют мужем двух миров и относятся к нему крайне подозрительно, потому что а, ты, как бы, говорят ему, чувак, ты вырос в Сиде, ты вырос среди Туата де Данан, и тут ты приходишь в Ирландию, пытаешься объяснить нам, что ты на нашей стороне, это вызывает у нас некоторые подозрения, мы не уверены в твоей лояльности. Ну, вот как-то так там получается. И э, в общем и целом, э, э, если мы можем как-то вот пытаться подвести черту, под текстами этого периода, то мы видим, что их насыщенность подобными мотивами, она несравнима ниже, чем в более ранних текстах, и прям вот астрономически ниже, чем в более поздних скажем так мотив теряет свою некоторую актуальность, но остается в некотором роде переживание еще вот этого вот прежнего тренда, в том числе и тренда на генеалогии, потому что Модган Макфехна он у нас конечно продолжает происходить, про него тоже продолжает складываться и рассказываться замечательные истории, вот, но скажем так массовый интерес это уже такой не вызывает. И возрождение этого интереса и появление огромного, вообще массива рассказов о ТАТ Дэ как родоначальниках, от уата Дедан, как романтических партнерах, и просто о до данных везде, и все, о данных везде и всегда, которые вмешиваются в дела обычной нормальной Ирландии, участвуют и в жизни светской, и в жизни церковной. А это у нас уже ранее новый ирландский период, а именно это где-то с 70-х годов XI -го века, когда. Ну, я думаю, можно про это сказать, раз уж на встрече она ушла про 11 век, можно, наверное, чуть-чуть про это сказать сейчас. О том, как вообще этот паттерн вивалентного отношения такого некоторого равнодушия фольклоры и пары фольклоры к этому делу закончился. Дело в том, что в Ирландии, когда прошла церковная реформа Святого Малахии, собственно, с чем она была связана с тем, что Святой Малахия побывал на континенте, побывал. Значит, мастерство Бернарда, в общем, посмотрел на то, как-то все делается в нормальной католической церкви, а не вот с этим вот прекрасным Трэшем, Угаром и разными замечательными региональными фишками. И понял, что в Ирландии все, наверное, идет как-то не так, и надо все реформировать и приводить в какую-то более стройную систему, потому что, ну, как говорится, орнут муздзайн. И, а, во-первых, ввиду этого, а, во-вторых, ввиду того, что в Ирландии появились норм, а, норманы, а пошел тренд на некоторый нативизм, то есть на возвращение каким-то именно специфически ирландским корням, который при этом мог бы послужить какой-то вот такой ну дидактической цели. И так появляется, например, прекрасный текст о на Шинорах, Разговор стариков. Это как раз вот 1170-е годы, где Святой Патрик путешествует по Ирландии, причем не только по обычной, но и по Сидам тоже путешествует. Его там пускают в гости, угощают, общаются с ним всячески, ему там очень хорошо, ему все рады. Путешествует он не один, а в компании последних, последних значит, фенев из дружины Финна Макула один из них кальт, его, в конце концов, его святой Патрик катехизирует. И вообще вся эта история, она про полемику между христианством и язычеством. Ну, как бы язычеством, понятно, не историческим, каким бы оно ни было, а язычеством, каким его себе представлял церковный автор конца XII века. И Туат и -э Теданан там играют весьма неожиданную, но очень популярную в будущем роль таких универсальных диатрических примеров из серии «Эй, ребят, смотрите, это наша родная ирландская мифография». Это замечательные, крутые ребята, которые могут одерживать победу, у них волшебные копья, у них потрясающие какие-то спецэффекты, они вообще безумно круты. И вот сейчас на их примере мы вам покажем, как правильно ходить в церковь, венчаться и вообще хорошо себя вести, как добрые католики. Потому что первая модель, что называется model wedding, первое модельное венчание, которое Святой Патрик проводит в Ирландии, это по этому тексту. Оно именно случается с Туатой дано но об этом, наверное, я Чуть позже в следующей серии поговорю. Туата Дан эксплицитно открытым текстом рассказывает, что это нормальные люди, у них есть бессмертные души, а не то, что там вы себе подумали все, так что все хорошо, и они тоже могут обрести спасение. В общем, это такой классный жизнерадостный текст про то, что если регулярно ходить в церковь, соблюдать таинство, постараться не жениться еще раз при живой жене и не убивать свою первую жену, если вам она очень сильно доела, дождаться, пока как будто сама умрет, прежде чем жениться на второй, и вообще быть приличным человеком, то неважно, сын вы мили или вы представитель туаты дадан все будет хорошо и вы пойдете в рай главное соблюдать правила и по возможности ну хоть как-то сдерживаться вот и э, от этого из этого пошло еще достаточно большое потом количество реного ирландских тестов где у нас есть святые туаты э, где у нас есть монастыри в сидах причем монастыри там покруче нормальных ирландских монастырей но это наверное уже совсем другая история факт тот что как бы к чему это все? К тому, что на протяжении двух веков, то есть вот 10-11 век у нас такой небольшой провал и проседание. На эту тему, во-первых, текстов, в принципе, становится меньше. Во-вторых, все генеалоги, которые появляются, это или в топонических преданиях что-то мелькает. И то в основном не про то, что кто-то от кого-то родился, а кто-то просто там кого-то воспитывался. Или разрабатываются уже старые темы, типа вот той же самой истории про происхождение Монгана Макфехны. Ну и плюс ко всему, часть авторов, конечно, начинает говорить, что, ребята, может, это все какая-то не норма, может, это все-таки бесовщина, потому что это выглядит как бесовщина, и мы сомневаемся. И хотя это не большинство, и даже не преобладающее большинство, такой вот тренд появляется, и в это, наверное, можно сказать, что развивается представление, тоже имевшееся еще прежде от как о таком переживании ирландского дохристианского пантеона, но этот достаточно грустный провал, он заканчивается с церковной реформой, с приходом норманов, со святым Малахией и с разговором стариков, и дальше уже именно генеалогия начинает свести пышным цветом, потому что пришли норманы, и им генеалогии очень понадобились.